Добрый день, меня зовут Оксана. Хочу поделиться с вами новым результатом, можно сказать, новым ребенком, с которым я путешествовала в скоростном поезде, и это доставило нам двоим огромное удовольствие. То есть мы приехали на поезд, не как обычно, с помощником, с бабушкой, с папой. Мы приехали вдвоем, и поездка наша была тоже вдвоем, которой я очень боялась и переживала, как она произойдет. Мы стояли напротив вагона целых 13 минут и ждали, пока откроются двери и пассажиры смогут зайти. О чудо! Роман стоял со мной рядом, созерцал на вагон, ждал, смотрел на людей. То есть не хватал чемоданы, не бегал, как это бывает обычно, не прыгал, не дергался. Мы стояли спокойно и ждали. Когда мы все-таки дождались, когда откроется дверь, спокойно сели в вагон. Он смотрел в окно. Потом нам предложили кушать. Он сам поел, попил, передал мне посуду. Играл на своем месте. В свои игрушки, которые дома постоянно у нас находятся. Это не новые конструкторы, не новые машины. Слушал музыку в наушниках. Смотрел на пейзажи, которые он видел уже много раз, бесконечное количество раз. Он смотрел на людей, на поезд, который мимо проходил, на остановку. Его это не раздражало, ему наоборот это нравилось, и он спокойно сидел и смотрел. Таким образом, мы благополучно добрались до нашей остановки. И я себя поймала на мысли, что в этот раз я не нервничала, не дергалась. Я даже смогла посмотреть онлайн-фильм и как-то забылась, что я нахожусь с ребенком вместе в поезде. Вот такие прекрасные результаты на настоящий момент. Можно сказать, мой новый ребенок путешествовал вместе с мамой. И это все благодаря Давиду, который смог скорректировать моего Романа. И мы получили такой прекрасный результат. Спасибо вам.